В Дагестане фигурантами уголовного дела стали несколько высокопоставленных чиновников, которых подозревают в незаконной продаже газопровода. Как сообщили в пресс-службе МВД, речь идет о более чем сотне километров сетей стоимостью 330 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, сначала магистрали на основании поддельных документов перевели в муниципальную собственность, а затем продали с аукциона некоему физическому лицу. Сообщается, что организатором был замминистра спорта республики. Он объявлен в розыск. Один из участников аферы арестован.